Так. Играйте в цель. Блин, так непривычно снова. После паука попадаю сразу же. Но тебе всегда непривычно. Не, я просто БГ шел и... Ну не знаю, у меня уже как... Я что на БГ три кнопки нажимаю, что тут когда собрать-то нет. Сегодня, слышишь, стата на БГ у меня, знаешь, какая была? 28-1, блядь, сейчас точно скажу. Качни вары, вот и будешь точно на это. 28-1, 72, нанесено 575 618 урона, исцелено 97. Что-то урона мало. Да эти придурки на лес ко мне по ВЕ шмоте приходили, там ваншоты ловили, уходили. Получил достижение, где тут, массовое уничтожение, есть у тебя такая? Не знаю. Это надо убить 20 человек на БГ, ни разу не умею. Нету, наверное. Надо навести 4. Я вот сегодня полутал. Было время, когда то фул ачивы лутали, блядь. Все какие есть вообще. О, нормас. Камушки продаваться начали. Это, кстати, трейн на Оки, да, сходил в кара сегодня? Да. И как? Ничего, блядь, не выбил. А фул закрыли? Да. Сейчас там тотем трепета стоит? Стоит, но он только на одну пати. Ну. Голова упала, короче, на Лока, но я ее не троллил. Обидно. Да ладно, похуй. Закрыли, и так хорошо. У нас что-то пока за два захода в кару, так чтобы одному человеку два куска осталось, не случилось. Так, а все по такой системе работают именно в статиках, что кто первый то 4 полутал, то второй лутает, нет? Ну это логичная система. Это, так. Это правильная система. Логичная. Кто по ней не работает, мне кажется, дурачок, блядь. Просто представь ситуацию, 5 кд подряд падает на 5 классов в рейде. Вот, допустим, друид, кто там? Не, ну, и у каждого по куску, блядь, и чё смысл какой? Ну это так пуги делают, ну по идее. Ну, так дурочки делают. Я тоже сходил шипешником и БДК, и у ну, каждого... просто ты учти, что шанс того, что выпадет две одинаковые печеньки, очень маленький. Не, это все правильно, но на следующее, когда зато ты придешь, упадут, второй кусок упадет, тебе его отдадут. И факт, что он тоже опять же упадет, второй кусок. Это да, это все правильно. В смысле, следующий осколок Т5 забираешь ты. Вот в чем смысл. Да, смысл в том, что ты уже второй получаешь. Нет разговора про то, что нет КД. Хоть через 10 КД, но башка твоя будет, например. Да, у нас такой... просто такой прикол, типа... Смысл сравнивать с пугами, если ты с пугами не будешь каждый раз ходить. Шаман, подойди и... Раз будет новый у тебя. Ну, пуги тоже разные бывают. Если РЛ, допустим, знакомый... И уже, наверное, проще самому собрать просто с анролом. Ну да. Просто видишь, если хороших ребят собрать, если РЛ, допустим, уверен в людях, если он собирает нормально, знакомых, то будет и пуги хороший рейд. А кто у нас сегодня новенький, кстати? Злой маг, да? Вот этот Рога. Да, да. Кто еще? Фаерлина вообще. Не, ну Фаерлина это статик, ладно, это не в этом. Так в аккуратно. Ретрик новенький. А нет. Ты его статик брал или просто как набрал? Нет. Но он не пришел, просто литл не пришел. На пол отдай танка. Играйте в метку. Сейчас будет очень больно мне. Сейчас крутится ДПС мутится. Вовле тебе хорошо. А, не, у тебя ретрик еще, да? Он на меч-то ударится. Слышь, поезд. Так там сутки, блять, похоже, будет.
будет 309-й. С двумя дырками меч можем брать. Сразу точно. Ну, дышь отсюда хотел. Ну это, ну, ретриком сульдыш профитнее будет, чем отсюда. Ну это учитывая, что это герои. Ну типа, хотя хэмы, что там сейчас стоит? Типа, это вот мне сейчас, типа, вот эти дана. Зато когда апнут остров, вот этот, который сейчас у меня пуха будет писать. Так, а давайте, может, сейчас так сделаем именно с Т4. По крайней мере, на Т4, ДК, Мак, Лок. Кто там последний хант? Вот эти трэш там может быть, типа... У нас же нету здесь конкурентов, правильно? Из не нашей. Да. Короче, на эту печеньку так делаем. В коня играйте. Что ты там взял? Говорю, на токен лок, маг, ДК, хант сейчас будем вот такую систему делать. Типа, если печенька выпадет, то за ролик того следующая Т4. Следующая печенька. Потому что именно статик у нас вот с этими классами он уже сформирован. Нам ШП надо, исполин. Статик нам или чисто помочь пришел? Чисто помочь пока что. Ага, понял. Провод тоже чисто помочь. Ну, типа, именно из собранных классов у нас только вот эти. Ну, они на могут перчатку свободно забрать. Что? Говорю, они перчатку могут свободно забрать. Ну, кому повезет, конечно. Нет, я же говорю про определенные токены. Ой, короче, пизду потом порешаем. Блять, вы еще нихуя не выбили, уже делить. В натуре забирай себе всю сумку и все нахуй. И все пошли. И все, и офишься потом. И же ребята, блядь, зовет жена и все. Пета заберешь с ласта, тебе хватит. Это как на экстрей шаман, блядь, на гурле. Убийствовый, нахуй, этот. Под конец одел ПВПшный, блядь, штаны, нахуй, Т4 начал ролить. И весь здесь его обосрал. Хорош. Да просто 24 человека начал на нему сыкаться, то что он типа заменил быстро-то. А все видели то, что у него этот ОЕшный слит. Нормально. А, поэтому лучше в гильдии пацанов водить. Типа у нас тогда шли. Понял то, что это. Или перетянуть вот этих в гильдию, да и все. Пацаны, блять, рога там, кто там, шаман, блять, давайте, вступайте. Будете в кару ходить. Потом 25. Вы еще нихуя не показали, что к вам видео идти. Сейчас покажу. Тот маг, который в прошлый раз с нами шел, тоже в гильдию к нам просился. Ебать, пошел он в жопу. Слава богу, мы его не взяли. Заходим в аккурат. Босс, только не спульте. А ты как, на грублуте идешь, не? А, Рога вообще от нас ливнул, получается. Слышишь, ты на грублуте идешь, да? Ну, сейчас, да, пока трэш. А, ну главное, чтобы на боссах. А то будут там, блядь, эти, не по спеку там всякие кидать. Да, не. Ну, лучше напоминать на всякий случай. Ну, я слежу за ним. Это же такая морда хитрая. Цыпа, у тебя часы есть? Да. С морозом? Нету. Хуёво. А, часы. Ну, в принципе, у меня... Хорошо, что у меня вчера в рейде все были гильдейские. Тупо на группуте шли. Да, на группуте заебись ходить. Единственное, что я менял на боссов этих, Т4-ках, группут на... Чтоб сам распределять кому. Так, может быть, этот маг будет такой же тут. Хотя, надеюсь, нет. Так, все под жопу становитесь. Берлина наш. Так, Буги, знаете тактику? Или... Все у него перед ебалом станьте. В рейд минус, если не знаете. Буги. О, столик, заебись. Ретрик знает Рога и... Кто там? 3 секунды, дайте мне и все. Это все манекен. Под жопу становитесь. Это манекен, ебан. Бейте босса, все, когда скажешь не бить, не бейте. Погнали, ебать. Да это манекен, хули, тут тактики нету. Ни лужи не выносить, ничего. Первый бед. Этот чумоход выйдет, слишком там не топить. Ну, ВП-шку дожду и все.
Лайтовый инст, только вот трэша много. Ля, поезд там клипает. Просто двери на поезде. Это ты БШ крутанул? Да, сколько там? Да, вижу. Ну, скажем так, неплохо. Ну, скажи, у меня просто куча. Ну, Виктор, у тебя на 58 тысяч вышло. А так, сейчас ты намажешь 6-9. Это мало, тут сейчас промахи будут. Да, у всех сейчас промахи будут. Это курса, да? Вот, внедримое присутствие, по-моему, это херня называется. Вон, да, вероятность попадения заклинания на 50%. Это ж проклятие, да? Да. Ну там другие спорят, в принципе. Блин, без Т4 так противно. Просто у меня этот очень противная ротация сейчас. Просто 2Т4 я АФК нажать буду. Тупо одну кнопку 3 раза нажимать. Я тоже одну кнопку буду весь бой нажимать. Я макро сделаю себе и все. Так ты знаешь, что блядь, босс даже не бьет меня. Я рагу вообще не регеню. Так, стойте, стоп, не бейте, стоп, дайте стоп. Набрать, дайте набрать, не бейте босса. Все, бейте. Геру ёбните. Роман, Геру. Да, в принципе, можно было и без Гера обойтись. Да он откатится, блядь. Да, да. А, ну пока трэш почистим, ну, в принципе. Но... Вам все равно до мороза трэш чистить полгода. По-любому откатывается все. Я долбанный промысел, просто набил. Ой, блядь, что-то я проебался, руку не накинул. Вот, все пиздец. Проклятие рок свою кидаю. Овер мега скотч. Это только начало, блядь. Давайте, давайте, не втыкайте там. Пошли дальше. Про запы сразу спрошу. Этот. Нужный. Тебе нужный, да? Угу. Топовые вообще. Я такие на ДКшника выбираю. А сколько я там у меня выхоп? 6200. Четвертое место. Вот сюда встаньте, где ДК танк. Я отсюда буду сдалека хуять. Все, сейчас потяну, короче, как только выведу вот сюда, после лужи, дайте 1-2 секунды и потом лупите просто, ой. Ой, а я, кстати, ДД фласку не выпил. Вот фрик. Ну, в натуре нужно фласку выпить. Вагон, блядь. Вагон, реально. Смотри, это еще 5 крита не было, может быть, там 6-700 даже было. Так, не трогайте пока.
Хилы не трогайте, ёптой, блядь. Ну, Тарак скажет, что это бесит. Не, ребят, это так, так не, не должно работать. Косы бейте, если что, он хилит. Что, можно, брат? Да, да, ну там ретрик, если делать нехуй, может подиспорить. Нормально будет. А то я иногда тоже диспорил. Лут поменяй сразу. А я на группу ставлю. Ага. Не, блядь, ДК, я вам отвечаю, сложно трэш держать. Да, сложно, но... О, имба, пацаны, просто полутай 2004. Просто... Да я знаю, 24 они, блядь, ты всё. Будешь ходить такой говорить, па, как же за ДК легко трэш держать? Да я знаю, знаю. Да я кайфовый, кстати. Шо, а ты не знал то, что он в бабках не проблем был? Типа он все ПК взял. Так, да, как-то пофиг. Я тоже так думаю, что похуй. Ой, куда я пошел? Куда, 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 чё, ребят? Я уже понял, что я херню сделал. Что-то не туда, ёпт. Кстати. Да, не дотки, нихуя не швыряйте. Роман, отойди-ка всем, пожалуйста. Все, лупите. По всем. Пацаны, имба. Всем. Ой, кстати, охуенное кольцо. Да, кстати. Носову. Овы, у меня второй спек-код. А мог бы и сову сделать? Блять, замедлили. Да ну, я замедлили. Не хочу сову. Да, Фаерлина, ты серьезно себе кольца еще не выпрыгнул? Нет. Я как-то ты играл. Ты острого кольца не выпрыгнул? Не выпрыгнул. Да я только первую неделю играю. Я бы с кем-то походил. Если бы кто-то компанию предлагал, блядь. ДПС давайте. Я как-то играл. Да, я в сову остро фармлю, знаешь, нормально выфармливается. Я акцессуар и кольцо купил себе уже. Даже масло на грудак купил, блядь. Ну, рецепт в плане. Правда, не покупает его, суки? Конечно, не покупают. А что за рецепт, что за масло? Им просто... А, там масло на грудак 90 АП и... или 52 СПД. Легче обратиться тупо к кому-нибудь с гильдейца, принести ему эти реги несчастные и сказать, на, сделай мне. Мак, кто тебе там пиздит? Да, блядь, иди на мак. Все пиздят. Он невосприимчивый к таун, он не таун, поэтому я его не смог забрать. Саш, Фаллер, на это не на тобой выгорали? Типа, у тебя ник, типа, думали то, что ты девушка, и ты как сказал, типа, все угорали. Это, да нет, это Настя Киса. Это я про Настю Кису рассказывал. Еще разок, и потом поднимемся. Эх, раз, да еще раз. Да еще много-много-много раз. Ну откуда ты ее помнишь, слышишь, Пал? С Энигмы, не? Хилы, выйдите. Выйдите. Ага, не, я-то думал... Подняться, в смысле, к тебе? Все, заебись. Вообще там дальше проще сделаем. Там Полюшка, короче, глаз вызовет, блядь, и может менять. Ну, типа, подтаскивать сюда. У нас текисты сейчас новый хозяин. Министерство обороны РФ. Нихуя, это серьезная заявка. Как и у меня. Ой, ебать, я закрутил сейчас, неплохо. 14 тысяч просто с нуля, ебать. Топ ДПС. Где это, дура? Забрал.
Прыж-поезд, ты бы знал, как приятно, ты смотри. Ты, короче, давайте, стоишь. Давайте еще разок, постойте, пожалуйста, еще разочек. Стоишь, короче, на лесу, такой, да, дефаешь лес на мизинярате. Прибегает к тебе такой ПВЕшный щелик, а ты ему жертвенный огонь поджигания, все, он помер. Второй прибегает такой же, ты ему жертвенный огонь стрелу хаоса, он умер. Третий прибегает, жертвенный огонь поджигания, он умер. Вообще классный БГ был. Мы говорим про масло на грудь. Есть оно с собой? Есть. Дашь намазать? Давай. А что надо ее роги? Ну, после треша давай, роги. Кому там трейд? А, тебе на силу атаки? Не, на силу атаки. На силу атаки. Бейте. Я на силу заклинания только выучил пока. Что да она там дает? Ну-ка, линкани. Ну, ну вот это на силу заклинаний. Вот я линканул на силу заклинаний. Ну, на грудак ее чаришь, как дополнительную чарку. На час тебе 52 поднимайтесь, СПД. Поднимайтесь. Ну, ляпает. Зависит от того, какую чаришь. Вот, да. На силу атаки точно такая же, только на 90 силу атаки. 52 СПД скутание, блядь. Ну, знаешь. Ну, знаешь, не, я выжимаю так-то заебись. Максимум. Так-то заебись, просто нахапало не стоит. Чего? Дополнительное СПД тебе не надо, халявно? Блядь, хил. GeForce вылез говно ебаное. Experience ебучий, сука. Вот ебал. Почему мне? Бабл дайте. Нихуя. Ух, больно, блин. Да, мужики, извините. Где вар, не вижу. Сука. Блять, меня этот в текстуре застрял. Сядь на этом, на лавочку какую-нибудь. А нахуй он на танка кинул? Чё за хуйня, нахуй? Уёбывайте. Вот тут на ступеньках словим. Заходите, Винс, чё вы там? А ты где? А где ДК? Он чё, наверху? А что ты их, по-моему, это... А, не. Блять, он мне всё отдал, ты понимаешь? Да, я видел вести. А какой из мобов превращает? Надо его... Это... Да ты его там не увидишь в этой толпе там. Ну ник хотя бы его ж не. Ну я не знаю. Чтобы его зергать первым. Да без понятия вообще. О, нормально. Чё там, поднимаетесь, нет? Чё, одинокого разобьём? Сейчас подбегут и начну в сторону Мороза. Дайте перебав какой-нибудь, я не знаю. Эй, бля, агро сорвал. Ай, нихера себе ты больно бьешь, слышь, парень? Ну, не таунится, кстати. То ли он агро скидывает, сейчас вроде у тебя будет. Так, не трогай. Заберись, скопало. Он кастует, стой. Как притяжку союза. 10 500, да, не вижу его. Да забей. Я ему гнев дал пока. И стандарт.
вообще помню. Хорошо, хоть ШП в этот раз есть, здесь пылить бабл будет. Угу. Да, в прошлый раз тоже был, по-моему. А вы что, этих мобов бьете? Или что? Бьем. Мы просто сразу Маруза весь ДПС подгерой. А, не, ну давайте сейчас фулл ДПС в натуре Морозу, это просто... Ну, вообще-то не варик, потому что ШПшник там сжигает ману. Да и чё... Так я могу перезагрузить. Перезагружаешь, все делаешь так, чтобы ШПшника не было. Кого перезагрузить? А, ебать. Привейдить босса вот за эти колонны и все. Так а чё, это возможно, что ли? Типа, там же ШПшник всегда. Да, можно всегда грузить как можно с этапа. Мы, правда, это минут 40 в каре гер делали, типа. Нахуя это надо? Ну, типа... Ну, а в каре гер по-другому и никак, только с нужным сетапом. Ну, в гере-то понятно, но в обычке-то там, блядь, нехуй бить. Там ШПшника залить, нехуй бить просто. Да, ну, здесь ШПшник, как он редко, ну, не так часто, как в гере появляется. В гере он прикалывается. Блять, набухали меня. А у тебя размытый экран? Угу. Ну, в интерфейсе исправь вся эта фигня. Как? Ну, подскажи. Сейчас. Бля, я просто escape, раз... Escape, настройки графики, эффекты, плотность частиц вроде бы. Вот, да, плотность частиц. Эффекты просто и аук, галочку убираешь, и нормально. Ну, шататься все равно будешь, а хоть экран не раз... Так, подождите, игра, эффекты и ауры, да? Да, эффекты и ауры. Графики, эффекты, плотность частиц. Сейчас, сейчас. Там мне и так норм было, я не отключал никогда. Хуяришь вслепую просто, на кого бог пошлет, ебать, и все. Просто разъебываешься, залетаешь. Блядь, ну, так все настоящие пьяницы, и Но... Да, я не... Подождите, игра, графика, от, там где плащи? Игра, нет, вообще настройки нет. Графики, эффекты, не, не эффекты, нихуя. А, эффекты. Эффекты? Что-то я не вижу, где эта хуйня. Плотность частиц. Эффекты, да, точно. Плотность, плотность частиц, вот это, мин ставишь. На самый минимум. А эффект понял, свечения понял, надо? Понял. Эффект свечения надо убирать? Не, это типа, если ты умер, вот это вот у тебя. Сейчас я перезайду секунду. А что, перезаход требует? Так там не надо. Там не надо? Требует. Не знаю, мне ни хрена не сделал. Да ладно, поехали. Да похуй, вслепую просто хуярил пешку, одного в другого нахуй. Лужу дал, ебать. Войско вызвал, вся комната захуяривалась и все, блядь. И вышел из инста. Слышите, ты не то исправил. Убери галочки, отражение и блики, и эффекты свечения. Да? Сейчас. Убери эту галочку. Это вы не то сказали. Блин, ну ладно. Отражение и блики, эффекты свечения. Ну это внизу галочка, да? Да, внизу галочки такие стоят. Применить, да? Да. Нет. Свечение. О, все, заебись. О. Блядь. Я мне надо все-таки перезайти. Да что-то или нет? Что-то забей, замутил. Забей. А, не, нихуя не надо, все заебись. Теперь синячить можно по зеленой. Так, сейчас, крайний раз. Куда вы пошли? Да все уже можно разъебывать. Все. Да пускай сюда подойдут, стянутся. Замахаются вставать. Оп. Ебать. Я замедлил их, пацаны, валим. Валим. Сейчас их не без дам. Все, валим. Сейчас мы сейчас жили, валим. Идете? Застрял. Зашли. Отворачивай. Блять. Вы куда, хлопцы? Вот это.
Ай, в жопу, давайте по одному забивать. Все. Ну тогда отойдите просто. Я тоже набухли. А их забанить можно, интересно? Не, нельзя. Не, это ж нежить, а не лемы или демоны. Зато наши паладины могут застанить их. Блин, если быстро сегодня пройдем, можно и их сразу закрыть. Да починка, я бы даже сказал... Починка за конем есть. Я бы даже сказал, нужно, блядь, их пойти. Почему его не нужно идти? Ну, прошлый раз мы просто отдельно закрывали, типа, кто как хочет. Не, ну сейчас составцем покруче будет, чем сейчас. Ну, так-то да. Без того маг... Вот это маг я понимаю. А там вот, короче, слышу, Ирлина, маг твоего итем левела. И три косаря дает, блядь. Четыре косаря, ну, четыре. И еще весь шмот забрал, нахуй. Да, и вот этот меч, который я забрал с хвоста, с Молчазара, короче, он его хотел, он матерился, он нам шахматы заруинил. Хотя мы ему говорили, что, типа, кто на венце прыгнет, кто будет стоять не в метке. Ну, я в метке стоял, чтобы вводить рейд от инферналов на Молчазаре, типа, тому минус ролл с этого босса. Он, короче, говорит, хорошо, хорошо, хорошо. В итоге на венце сдох. Ну, двинулся на венце. И рядом с звездочкой не бегал. В итоге, блядь, говорим, минус ролл. И все, он погнал руинить, блядь. Такой мудак, просто нереально. Говорит, я в циркуле, извините, пацаны, не знаю нихуя. Так не, если цирк, если человек в циркуле, это все, это габелла. Рыбу дайте. Сейчас дам. Почему габелла, блядь? А я не мог статик себе найти. РЧ на бафы. Между тулью, пацаны. Полюшка, шкаф дай и шамана самоним. Так, шамана, ты куда летал? Здесь же починка есть. Сейчас я, ребят, 15 секунд. Старый гир без вайпов, это где-то 5 часов, поэтому мы сегодня ИКа никак не сделали. Старый бы закрыть успеть. Какие 5 часов? 3 часа. Гер без вайпов делается 5 часов. Ну, в обычке. Ну, в обычке без вайпов это 3 часа и будет, это уже 12. Ну и все, и там полчаса ик. Ик час. Не, я говорю, кто как хочет, я сегодня их закрою, типа, это можно да. И не стать. По-любому закроем, доберем, закроем, нахуй. Остальные бы пусть пизду. Не такой инст, на котором... Не, я тоже только за, но... Мне что-то как-то кажется, это у нас не получится. А мы постараемся. Ну без... давайте, меньше разговоров, давайте, что там? Тут манекен-босс, где там ШП это? РЧ. А, у нас ДК отошел. Блять. Вот это петуха, я этого не знаю. Я знаю, что Берибак это пал, а вот фон Индии это кто? Это и есть ШП ебаная, да? Роман, тут этот... 5 секунд это танк все, ну... Подожди, сейчас здесь. Танк огромно наберет и гиру. Так, Барибак это паладин. Дай мне помощника, слышишь? А, не-не, фон Инди это жрец хил. Вот ее надо разъебать. Она будет... Либо косты... Она не бернет. Она бернет. Надо ей косты. Это холи прист, он не бернет. А-а-а, ну и ладно. Ну и похуй. Тогда босса разъебнем и все. Че, давайте, на пул. Погнали. Только на пул дайте нормально. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая Трин, свой, я внешне. Да подожди пока. Я, блядь, боюсь тебе что-то давать поначалу, но... А давайте Геру, может... Да, Геру, Ген. Всё, нахуй, выша закрутилась. Салё, салё. А что такое? Быша же топово дамажит. Блядь. Аж оглушение. Полюшка, живи. Ух ты ж, блядь. Ух, раскол прожил. Диспель с танка паладин. Промахи. Где этот мудак? Он исчез, бейте их. Я понимаю, куда он появится. Вон он уже появился. А вот, садиница. Че, будем резать? Короче, красные, да нет. ДБР отдайте. Короче, в крест, верьте. Без оружия. Стой, стой. Бафу паладины отдайте.
Без оружия. Боб. Хотя он... Тут вряд ли кто-то будет такой хуйней называть. Дисплейте бабл. Там хуйню такое. Нет, типа это в дизарм можно боб давать и сразу его снять. Тебя сколько я там спал выдал с БШ? Всего сколько? С БШ сколько я выдал? 107. Сколько? 107. Чё 107? Тысяч. Оглушён. Сейчас станет пиздец. Кстати, был бы человеком, сразу бы со станом ушел. Кто? Ну ты, например. Он там по КД станет, это просто балк вот здесь палит. Я не буду заморачиваться, этих даунов гасить. Бесполезного. Не бей, не бей, не надо. Крестик били нормально. Олег, лучше так не делай. Все, он уже Пофу. Больше... Оглушение. Слышь, Фейерлина, можешь диспелить, забрать вторократным с Мороза бафа? Красавец. А, так я просто напуливаю, да, на танке. Диспелить, 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 Фейерлина. Все хорошо. Оглушение есть. А ты лук сменил? Во, формула мангуст мне отдай по-барацки. Помойка, блядь. Помойка ебаная, трини нет, сука. Стой, стойте здесь в комнате, я приведу кучку. Одну. А ты не можешь, типа, мангуст отдать, да? Чего, ролится, все ролится. Ну, вот, типа, понятно, да? Ты забрать его не можешь? А у меня не показывается нам. А, ну дай мне. Дай мне разбирать. Я все делать буду. Ну его нафиг. Тут половину этих, половину чарок просирается просто-напросто. Сейчас. И, скорее всего, мы сейчас мангуста не заберем. Ты заберетесь, передашь тест у нас. Конечно, заберете, что значит не заберете. Мы с этого сарана так делали, ни хрена не получалось. Ну, ты смотришь. Да передается лут и все. Так тут, кроме мангуста, все остальные чарки помойка полная. Конечно, тут один мангуст и надо только. Да я тоже вижу формулу чар. Надо, кстати, на мишку чернуть, блядь. Эти маки, короче. Угу. Спасибо. Ой, блядь, нахуй. Этот предмет еще не раз... А, блядь. Где тут? Рыба-цыпа. Выделяет ответственный. Все, лица. Давайте сразу паролим эту фигню. Потом. Блядь, что так? Смотри, огонь просто это. Если видите, огня много... Бывает, не успеюсь. Я отворачиваю, пытаюсь. Слушай, напомни-ка, у них... 3, 2, 1. О, Бресту просто очень нужен. У них там кольцо за репу, которое оно дух хаст или как? Дух. Стойте тут. Дух хаст. Дух хаст, Миш. Рамштайн тут не надо пить. А что, тебе не нравится? Не, просто это излишество. Мы не поем, мы про кольцо тебе рассказываем.
Там прям так делается, блядь. Я, кстати, недавно пересел на DMX с этим ступаком. Пиздец, громко чай. Все прикольно, да? Рэпчик, да, интересно. DMX особенно, это вообще жестко. Сука. Где-то в каком-то фильме он там сыграл с этим... Сигалом, что ли? Или нет, или не с ним. Прикольно. Жалко, умер. Умер? Да, DMX и Тупак. Пиздец. Тупак такой, DMX недавно, а Тупак, ну его убили. Бля, ну про Тупака-то я знаю, что убили, а DMX не знал, что умер, блядь. Охуёво. Конечно, они там в районе, у них там это... Желтки, блядь. У меня типа в Норильске, типа, ну, как толпа на толпу, ну, то есть там типа толпой могут забивать спокойно. Рога, там этот ложный выпад нажимаешь? А, там, блядь, этот... А там вообще надо пострелять. Да я как-то стараюсь сзади стоять, чтобы не жать ложный выпад. Не, лучше жать, все равно ей держит. Важная тема. Минус 50% просто уйдет. Курс. Оно... А ну по фастам за кольцом смотаю сейчас. Вообще актуальный спел. По первому боссу. А он везде актуальный. Контроль меня. Контроль поезда. Мускул. Контроль. Да найти тебя, ёпта, не могу, сука. Идите в мобов кончено. Да, блядь, лучше уже убейте. Крипи ебаный, бегали, блядь. Че, ребят. Репитанс. Блять. За 30 минут мы 2 босса убили. На прошлый раз мы сколько с этим трэшем мучились, блин? Минут 50. Только с трэшем, блин. Тогда и маг был, блядь. И другие люди. Минус. Ой, что-то не туда побежал. С каждым КД будет еще быстрее и быстрее приходиться. Ну да, люди одеваются. Да. Сейчас, секунду. Одна руна активируется. Я тут на трэше пол АФК постою. Окей. Ну да там, как я не знаю, что-то поделай. Ну я бомбы раскидываю, все нормально. Ну вот, бомбы раскидай, можешь идти, в принципе. Слышь, поезд, давай пока трэш чистим, разроль шмотки. А, мага пошел. На этот. Я просто сразу после босса буду ролить шмот. Третьего босса убьем. Погнали. Че на дело, да? Сначала. Зачем? Или куда мы? Да сейчас, подожди. Потом на оперу, а потом уже на. На мое место. РДДшники, встаньте, где сейчас танк? Сейчас вот этого еще убиваем и на это место встаньте. Близко не подходите, не подходите, чтобы не ловить дебаф минус 50% ДПС. Все, в ту сторону встаньте. Ебать. Да ты умный! Конечно, Слава красавец.
Так тут пол инста, да, пулит. Чё, эту? Это ж каражан, это баг на баге, реально. Там моб игра... стоит поодаль, кастует. Притяни его к себе или сало ему влепить. Да сейчас, подожди. Мне, блядь, какого-то хуя промахнул. Блядь, дайте на пул. Конкубина, ёбаная. 12 секунд. 2 секунды сейчас грипну. А, ты ж демон. Постой, блядь. Добьём остальных. Ну, здесь сложно держать, потому что вы срываете, но вас баффа нет, но у нас есть. Так, не понял, а как она с бана вышла? Да она охуела просто. Вот ПВП-триньку заюзала. Не мота. Поверлина умер. Развернитесь, паладина сейчас шотнет. Если два раза крикнет, то... Ты этот самый, Макс, вставай, не надо вот этого лежания. Ты беги давай к нам. Он на ФК. 2 секунды. Он подошел. Ну то потом еще рез, 10 секунд касса все-таки. Че, кого сначала? Да я здесь. А че, кого придешь шинту бафу? Бабу че? Баба опера и смотрите. Все, пошли. Я вот на бабе не понял, как там, блядь. Надо ли с хилов вот эту хуйню снимать? Какую? Стан. Паралич. Редрик, а у тебя есть хилоспик? Наглушение. Понял. Туда ФК постоишь. Там типа только 2 милика можно. Не, можно больше. Там. Ну, там надо знать точки. Ну, лучше пускай по АФК. Лучше пока стоять, когда шмот будем роли. Не, пока никто не будет стоять. А пока стоять буду только я, потому что я шмот первый. Остальные идут трэш чистить. Делаю. Серьезное заявление. Ну-ка, останется эти пилеры. Да, останется. Рога не останется. Заебало эта хуйня. У ДК нет на таунт символа, что. Че, не промахивай? Есть. Есть? Да. Есть. 17 символ темной власти, но. Развязанную горничную бить сначала. Развязанную, блядь. Развязную, хрен с ним. Че, ты учитель русского языка или все? Угораю просто. Для меня какого-то бафа не хватает. Приста, наверное, нет. Да, приста бафа нет. Слышишь?